Здравствуйте, друзья. Сколько ни говоря о том, что океан каждый раз по-другому выглядит, это надо видеть, как происходит. Смотрите, что тут у нас. Мы как бы на границе тумана такого и солнышко. И вот волна, и там ребят на досках. Вот мы видим пирс, который тут, ну, как бы достопримечательность Санта-Крус. Вот смотрите, как он уходит в туман в такой, в никуда. И мы даже не знаем, далеко ли он туда пойдет, где он там закончится. Клочьями прямо туман, клочьями идет, ветром его сдувает. И вот тут храм Божий, весь тоже в тумане, смотрите как. Вот еще одна перспектива такая, как гонит туман. Я не знаю, вот видно ли вам клочья, тут так клочьями это все происходит на фоне деревьев темных. Непривычно вот так снимать. Что-то в этом есть такое. Да, вон там волна такая хорошая идет, но ее же плохо видно, ты понимаешь? Ох, там, да. Какая громадина. Да. Нет, не упал. Когордый буревестник реет смело и свободно над седой пучиной моря. Вот оно, друзья. О-о-о. Прямо, знаете, мокрым несет. Все лицо в воде у меня. Но я держусь. Держусь, чтобы передать вам вот это вот зрелище. Да. Сейчас еще раз будет. Над седой пучиной моря. Понимаешь, вот оно. Седая пучина. Вот оно. Даже чайки стонут перед бурей. Красотища какая, ребята, невероятное что-то творится сейчас. Да. Ну, наверное, такой пирс красивый, правда? Да. Куда с ним вообще, как будто кипит все. Да. Океан, он даже не синий, а он какой-то белый весь. Пена. Нет, ну еще туман, он не подсказывает цвета. Да, все белое и белее. Я не знаю, что у нас снимется. Что у нас будет света. В кадре, непонятно. Вообще, конец света. Нету границы между небом и землей. Нету. Да, между небом и землей нет. Какая волна идет. Посмотри, Света, кто сейчас идет вперед. К нам приближается. Опа-на! Кипит здесь. Кипит, бурлит. Да, тут... Все спрашивали, знаешь, как бывает ли у нас шторма. Но, наверное, это вот штормы есть, правильно? Вот оно тут. Вот сейчас они встретятся, две волны, смотри. Да. Да, тут можно долго стоять, на самом деле, снимая все это. Ветер в лицо, у меня аж слезы текут, я не могу вытереть, у меня есть салфеточка. Глаза слезятся от такого. Да. Вы видите, друзья, то, что... Раньше мы показывали вам, как
собачий пляж. Тут бегало много собак. А сейчас тут, можно сказать, никто не собачится. Только вот волны. Залило все. Не до собак тут нынче. Не до собак. Есть о чем задуматься, друзья, птичкам-то божьим. Есть о чем задуматься. О жизни. В такие моменты задумываешься о жизни. О суетности бытия. Да. Их поливают, они тут отряхиваются у себя. А в этом и есть суета. Сует. Да. Хорошо. А вон там сзади, так оно на солнышке блестит. Вот то, что сзади там выходит. Потрясающе. Мощь какая, Света, мощь. Да. Как бульдозеры такие гигантские. А вот тут мы прошли чуть-чуть, видите, вот там слева туман все еще. А вот тут чуть правее солнышко. Солнышко брызжет, черт. Как бы мне объектив-то не забрызгало совсем. Так, идет волна хорошая. Так, давай. Хорошо. Так, и вон там тоже пошла такая серебристая, накатывает. И там одна за одной, смотрите, одна идет. Вторая там за ней подбирается. Давай, раз. Следующая. Вот из этих окон, друзья, удобно наблюдать за океаном. Теперь начинаешь лучше понимать, почему квартирка там с тремя небольшими спаленками в этом доме стоит 1,5 миллиона. Мы вам показывали эти квартирки, у нас есть в архивах нашего канала. Так, здесь такое ощущение, что уже и тумана нигде никакого нет. Вот все так, как-то все вот тут локальненько, солнечно. Да, вот так отойдешь 10 минут в сторону, такое ощущение, что не то, что там тумана, так и шторма никакого нет. И волна, так себе волна. Не бог весть, чего там эта волна. Да. Но иногда, кажется, это обманчиво, потому что может хлестануть. Вот смотрим, может хлестануть. Ну-ка давай. Бабах. Опа-на! А вы говорите. Или это я говорю? Ну, кто-то говорил. Так, у меня такое ощущение, друзья, что сейчас что-нибудь бабахнет. Ну-ка, смотрим вот на эти камушки. Нет? О! Вон там идет волна хорошая. Вот она сейчас и бабахнет. Ну-ка, смотрим. Идет хорошая волна. И сейчас как? По каменюкам. Бабах! Отлично. Отлично бабахнуло. Так. Еще? Нет, как-то ее размыло. Часть воды уходит назад и подрывает мощь наступающей новой волны. Так вот. Такая перспективка. А теперь немножко с другой позиции то же самое. Ну-ка, раз. Бабах. Хорошо. Да. Еще разочек. Волна хорошая идет. Давай, хорошая волна. Давай. Отлично. Отлично. Обратите внимание, друзья, вот мы тут идем. И пришли к такому сооружению. Они просто так пришли, потому что там у нас что?
У нас там обвалился. Да, вот так волной-то по берегу фигачит. Обвалится все. Как золотая глыба блестит на солнышке. Давайте еще одну волну возьмем. Давай. Поехала. Давно, они сказали, что они первый раз такое видят. Да, да. Пожилая пара. Мы говорим, ну нифига себе. Они говорят, вообще, говорят они. Вообще. А тут просто солнышко. Знаете, как хорошо-то. Да. Вот вам и круговая панорама. Тут тоже не все благополучно в датском королевстве. Видите как? И прям туда. Прям туда, в случае чего. Идет волна, идет. Давай в каменюку. Бабах. О, хорошо. Вот то, что было надо. То, что доктор прописал. Ну и такой, как бы, тоже обзорный маленький кусочек. Так мы покрутимся на одном месте, чтобы было видно такую широкую перспективу. Чего там у нас происходит? Вот мы оттуда пришли. Видите, как там бушует-то все, вон там. Да. Хотя и у нас тут тоже, в общем-то, какие-то волны имеют место быть. По камням тут растекаются. Красиво. Ветром у меня камеру из рук вырывает, представляете? Подрячивает так. Ладно. Хорошо. Прислушайтесь, друзья, там много поющих птичек. Может быть, их не всегда видно, но их хорошо слышно. Они там перелетают немножко с веточки на веточку. Может быть, вам видно. Такое поющее дерево. Так идешь, никого не трогаешь. И вдруг раз. Все это, естественно, возле океана, который немножко вроде успокоился. И туман рассеивается, так вроде налаживается. Трудно поверить, друзья, что вот там, может быть, 40 минут назад мы здесь шли, и не было видно ничего из-за тумана. А сейчас тумана нет совсем, как будто не было. И волны уже совсем не такие высокие, мощные. Хотя, конечно, смотря где. Там справа-то неплохие волны.